Более 3000 школьников вступили в ряды юнармии в Тверской области. Отделение движения действует в 41 муниципальном образовании Верхневолжья. Всего в регионе насчитывается 158 отрядов. Общественная организация юнармейцев в современном формате создана по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу при поддержке президента России Владимира Путина. Активисты юнармии Верхневолжья задействованы в патриотической, просветительской и спортивной жизни региона с 2016 года. Они являлись участниками Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в парке «Патриот», юнармейских сборов, слета постов памяти номер один, игры «Орленок» и других мероприятий. Представители юнармии региона включены в поисковую деятельность, в том числе в рамках Международной военно-исторической экспедиции «Ржев-Калининский фронт», которая ежегодно проходит в Тверской области. Мы проводим очень много мероприятий, которые направлены на воспитание подрастающего поколения в духе патриотики, духовно-нравственного воспитания, которое, чтобы мы помнили подвиг тех, кто защитил наше светлое будущее, как говорится, как мы сейчас с вами живем.